В этом году MSI пересмотрела линейки материнских плат, в результате чего все модели с чипсетом Z170A разделены на 4 класса. Enthusiast – топовый сегмент для оверклокеров и обеспеченных геймеров. Performance – качественный среднячок для требовательных пользователей. Arsenal – для геймеров с ограниченным бюджетом. И Classic – обычные модели без наворотов. С топовым сегментом мы уже познакомились. Сегодня поговорим о линейке Performance, ярким представителем которой является модель Z170A Gaming Pro. Это плата форм-фактора ATX, ориентированная на геймерскую аудиторию и поклонников домашнего разгона. У нее качественная элементная база, как у моделей топового сегмента, и сравнительно невысокая цена. По сути, это облегченная версия более дорогих моделей M-серии класса Enthusiast. Два основных слота PCI-Express усилены металлическими пластинами. В слоты оперативной памяти можно установить до 4 планок DDR4 общим объемом 64 ГБ. А с целью уменьшения помех шина обмена данными между процессором и оперативной памятью изолирована от остального текстолита. В отличие от линии, отделяющей звуковой тракт, эта полоса закрашена, и заметить ее совсем непросто. Гнездо сокета вполне обычное, без украшений, даже не хромировано. Под ним расположена традиционная металлическая пластина. На всякий случай напоминаю, что установить сюда можно только процессоры Intel 6-го поколения с разъемом LGA1151. Система питания центрального процессора 8-фазная, собрана из компонентов повышенного качества. Радиаторы зоны VRM крепятся винтами с ограничением прижима и контактируют с контроллерами через традиционную терморезинку. Разъем питания процессора 8-контактный. По заверению MSI, новые катушки лучше и вообще не трещат. Новый чипсет имеет аж 20 линий PCI-Express, причем все третьей ревизии, поэтому все слоты расширения тоже третьей ревизии, кроме олдскульного PCI, который реализован силами дополнительного контроллера. В графические слоты можно установить до 3 видеоадаптеров по схеме 8 на 8 на 4. Правда, после установки нескольких карт могут возникнуть определенные трудности. Габаритная модель во втором слоте перекроет доступ к 4 портам SATA 3 и может помешать установке видеоадаптера в третий слот. Разумеется, доступ к урезанным слотам расширения вы тоже потеряете. А установив третью карту, вовсе перекроете оставшиеся 2 порта SATA, которые включены в состав колодки SATA Express, и рассчитывать придется только на слот M2. Последний, кстати, построен из 4 линий PCI-Express 3.0, поэтому у него огромная пропускная способность – до 32 гигабит в секунду. Правда, длина накопителя ограничена 80 мм. За качественный звук отвечает фирменная система Audio Boost 3 с чипом Realtek LC1150. Для поклонников крутых наушников предусмотрены 2 отдельных усилителя. Под красивым кожухом с надписью Gaming LAN скрыт гигабитный сетевой чип Intel i219V, который позволяет выставить приоритеты трафика и снабжен дополнительной защитой от перепадов напряжения. Для подключения вентиляторов на плате есть 5 4-контактных разъемов с поддержкой контроля напряжения. А с помощью 2 специальных гребенок можно добавить еще 2 порта USB 3.0 и 4 USB 2.0. На передний интерфейс вынесены 2 порта USB 2.0 и комбинированный PS NAT2 для подключения мышки и клавиатуры. Порты DVI, I и HDMI, если вы пользуетесь интегрированной в процессор графикой. 4 порта USB 3.1 первого поколения, которые мы знаем как просто USB 3.0. 2 порта USB 3.1 второго поколения с их запредельной скоростью 10 Гбит в секунду. LAN-порт и аудиопорты, 5 обычных и ESP-DIV. Проблем со сборкой не возникло, впрочем, как и с запуском. Рекомендую сразу обновить прошивку до последней версии. Теперь это можно сделать даже без процессора. Я слышал, что карты серии Performance отлично подходят для моддинга. Правда, не думал, что настолько. Полоса на правой части сверкает получше новогодней гирлянды. Можно выбрать один из 8 предложенных цветов и задать один из 6 режимов. Смотрится замечательно. Любители круто выглядящих компьютеров будут вне себя от радости. Есть даже режим светомузыки. Многоязычный анимированный UEFI BIOS выполнен в традиционных для MSI цветах и доступен в 2 режимах – простом и продвинутом. Пункты в меню удобно скомпонованы по группам, все знакомо и привычно, разве что утилиту авторазгона OCGini заменили новый Game Boost. Плата адекватно подбирает напряжение, поэтому, работая на номинальных настройках, ни процессор, ни радиаторы зоны VRM не перегреваются, а скромный радиатор на чипсете практически не изменил свою температуру. Система демонстрирует хорошую производительность, ни один показатель не занижен, некоторые напротив, лучше результатов идентичной по классу конфигурации годичной давности. Стало интересно, чего можно добиться от любительского разгона. Потратив каких-то полчаса, удалось заставить работать процессор на частоте 4600 МГц, что на 18% быстрее заводских настроек. Память разогналась до 3400 МГц. Такой разгон добавил системе около 20% производительности в бенчмарках и накинул пару FPS в играх. Даже несмотря на заманчивые 340 МГц, повышать частоту системной шины я не стал. Мало кто практикует такой метод разгона системы, да и в скором Intel может убрать такую возможность.
Если вручную разгонять лень, можно прибегнуть к помощи фирменных утилит авторазгона. В нашем случае GameBoost разогнал процессор до 4400 МГц. Память заработала на частоте 3200 МГц, благодаря поддержке профиля XMP. Результат меньше, чем от ручного разгона, но делается все в один клик. Среди комплектного ПО присутствует неизменная Command Center, хорошая утилита для мониторинга и тюнинга системы. Утилита смены режима работы Gaming Application с ее новыми возможностями регулировки изображения, Gaming Hotkey и Mouse Master для программирования мышки с клавиатурой. И новая Mystic Light, управляющая подсветкой. Отмечу, что после форсирования частот радиаторы силовой цепи ощутимо нагрелись. Поэтому, если надумаете заняться разгоном, следует позаботиться о хорошем обдуве зоны VRM. К тому же под разгоном напряжение ядра процессора было нестабильным. Может, такая особенность архитектуры, потому как это никак не сказалось на его производительности во время тестов. В остальном впечатления исключительно положительные. Так что у MSI появился еще один повод гордиться собой. Новая плата хоть и среднего класса, но понравится требовательным геймерам за ее возможности и фичи для игр, и высокую производительность мультимедиа. А энтузиасты останутся довольны качественной элементной базой и высоким разгонным потенциалом. We'll be right back.